Привет, друзья, сегодня буду говорить привет со вседа. Итак, сейчас поиграем. Загружайся! Холодильник, морозилка, нижний ящик слева. Морозильник, холодильник, который нижний ящик слева. Слева нижний ящик. Куда он идет? Мой шанс. Или нет? Не, мой шанс. Алена, тебе интересно смотреть? Да. Давай что-то него утащим. А коврик у него можно забрать? Все хочешь. Да за тарелки все. Пойдет? Ой! Да к нему пробрался в дом, а он поймал, я в кухне у него был. Тебя поймал? Да поймал, да. А как он ловит, я не видел никогда. Он такой резко такой хват. И бросает на улицу. А злой такой, потому что в него селилась злая тень какая-то. История такая была, там была. Осторожно. По плану? Ну, как всегда. На один план. Да. Сосед! А можно с ним разговаривать? Ну, никак. Это мой телек. Ну-ка, сейчас сядем и... Посмотрим у соседа телек. А точнее у него два телека, потому что у соседа я стырил. Теперь у него нет телека. А когда я его телек включаю, на его месте светится и говорится. А в дом он не лезет, потому что ключи у меня. Не, от моей. Да он не закрывается, дверь всегда забывает. Так, надо тут разнести, у меня тут тарелочки не нужны быть. И, кстати, сосед, чтобы меня догнать, он надо кидать помидорами и клеем. Он их не смешивает, надеюсь. Да нет. У мистера Макса уже кидается с клеем. Он профессионал. Уже прошел один первый уровень. Не, мистер Макс? Да, я не могу.
Потому что у него там а папа. может, в туалете? О, давай смоем его в унитазе, в этого соприет соседа и все узнаем, что он там прячет. Стоп. Там что-то есть. Ну-ка. Лев, давай откроем. Я не могу. Короче. Эть. Вот, я этот с соседем. Я этот соседин телек запрятал в холодильник. Вот, мам. В холодильнике он. Если я включу, у этого соседа будет передача на его месте. Чё ты там мелешь? А давай закроем и включим. А давай. Куда мы идем? А, куда-куда? За мышами. Ой, бананы тут. Чё они там мелят? Я пошли на улицу. Сейчас? Да не, в привет соседей. А, господи, я испугалась, что уже темно. Ой. О, надо включить канал. Ну пошли уже на улицу. Мне надо помыться. Ботиночка, да. Я мой. Я мой. Я мой. Душик. У меня глючит кран. Господи, надо собой выключать, потому что потом платить надо за воду. Алён, ну давай уже на улицу. Я не могу, тут там надо открыть шкафчик. Кто это там какнул? Какнули! Пап, Лёв, убегаем на улицу. О, бананы. Тут бананы есть. Надо взять котиков-то. Чипсики. Чайник. Макаробка. Пошли, короче. Телек замерз, сейчас взорвется, надо уходить. Фу. Взорвался. Ой. Надо как-то выключить. Не. Ой, я хочу.
пёс. О, наконец-то. Я корзину снёс. Я в тюрьме. Тут надо посмотреть. О! Сосед! Ну, погоди! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, цветочки! Ня! Я буду папа на меня кричал. Папус, мне нужна помочка. Папа, помочка. Папа приклеенный. Папа приклеенный. Боже. Это кто такой? Носатый. Это вот моя бабуля, мама. Я маленькая, да найди. Подрос. Это вот я, это вот сестра, это мама, это папа, это бабуля, это баба, это деда, это Пета, это баба. Это Пета. Собачный. Мне нужны книжка цитаты. Читать. Уй. О, я. Это что такое? О, давай в соседа кинем. Соком. Пошли! Сосед! Я ему в сисю! Я ему в сисю коробочкой! Я ему в грудь попала этой... Ей будет не больно, мы с тобой пожалеете, чаю пригласите, пирог построить. Да вот никак. Телевизор позовите посмотреть, у него нету совсем. Да он с нас ловит всегда, а что его в глазе перегласить? Он плохой. Я сказала, у него усилилась плохая тень, мне надо узнать, что у него там в подвале, потому что тогда он станет добрее. Давай уже бери. О! И так забрали книжечку. Давай-ка еще кинем в него. Сейчас кинем. Эй! Эй! Соку надо! Ой. Соку надо! Возьми телефон. Кнопки, возьми телефон. Да. Угу. Ой. Тебя надо соком бросить! Помашем? Нет, коробочкой. Коробочкой от сока. Эй! Сосед, ты куда ушел? Без тебя мне скучно. Папа! Эй, у меня для себя сюрприз. Видишь, я махаю тебе руками. Ой.
дядя. Ой, нет. Я ему в пипи. Папа. Да в пипи. Я ему пису залепил. Наверное, очень больно, он плачет. Да, он у дядя с усами. Как он ничего не умеет. Так, надо прочитать. Так. Ня-ня-ня-ня. Соседушка, приветушка. Ич, ич, ич. Давай, 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 давай. Называй уже. Ой. Еще он себе тяжело за окно прыгает и ломает его, а? Вот что он такой-то? Вообще. Без окон живет. О! Ну-ка. А-а-а! Понял, как надо брать все. Еще возьмем картопалка. О, все набрал. Так это тут надо выровнять как-то. Извините, мадам Газит. Куда же поставить? Куда поставить? О. Вот сюда. Ай, да ну ее. Надо побить щеклё. На. Ой. Таблетка какая-то. Сюда иду. Так, а что бы забрать у соседа? Нет. Что он не закрывал? Нет. О, ничего, ничего. Не-не-не-не-не. Давай у него совсем тачку можно угоним. А как угонить, если ключа нет? А давай заберем мясо какое-то ключи. Сейчас будем собирать мусорки по-нормальному. О, надо вот тут делать мусорку. Раз. Два. И все. Туда. О, вот так-то и другое дело. Так, что там валяется? Так, это что такое там у нас? Габуричи. Габуричи надо вытянуть. Вот туда вот. И дальше. Лёва, давай мне книгу мусор. Нет. Кстати, давай я этому. Короче, хочу соседу это. Я уже хочу соседу вернуть этот телек. Верну. А не, лучше поставлю где-то в другое место телек. О! Тут-то. Вот так-то.
покрасивее теперь. О! Это все. Уи! Бах! Об стенку головой. Что ж такое? Что внучок такой? Плохой. Только будто бы что-то есть. Кстати. Да. О, это я. Тут что делаю? Я кисну. Да. Ой, извините, дядюшка. Фомиту. О, бананы хочу поесть. Ой. И что? Заказал. От банана ты съел. Ой. Ее надо выкинуть. Нет. Ой. Короче. Так. Бананчик надо этому соседу. Сосед, банан надо. Да сосед. Ай, да ну тебе. А ну в мусорку банан. Ну-ка. Сейчас. В мусорку банан положим. Эй. Эй. А, у меня застрял этот банан. Что делать? Я не могу его вытащить из моего этого гардероба. Что мне делать? Моим гардеробом банан меня заставил тут ходить.